К нашему эфиру присоединяется директор агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса службы безопасности Украины и заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун. Виктор Николаевич, приветствую. Да, добрый вечер. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, а много вот таких коротких, чья судьба или жизнь тоже достаточно коротка, просто они об этом еще не догадываются? Ну, тяжело сказать, но есть, к сожалению, значительная категория людей, которая перешла на сторону врага. И какая у них судьба? Я ж не думаю, что прямо там всех будут уничтожать. Есть же категория, которая вынуждена перейти. Да? Там мы знаем про эти категории. Это и медики, это и люди, которые обеспечивают жизнедеятельность тех или других объектов гражданской инфраструктуры, то есть коммунальщики в первую очередь. Да, но мы же говорим о конкретных коллаборантах, которые целенаправленно это сделали, которые в дальнейшем выдавали людей с проукраинскими настроениями и всячески поддерживали оккупацию. Я думаю, что вот эти точечные акции, которые проводят наши спецслужбы на оккупированных территориях, это в первую очередь мы должны говорить про оккупированные территории. Потому что есть еще акции, которые, возможно, будем так говорить, возможно, имеет отношение к Украине на территории противника, это совершенно другое. Тут идет война, территория оккупированная, все, что находится на оккупированной территории, либо работает на противника, либо там находится незаконно, оно является законной целью для наших сил обороны, будем так это называть. Потому что у нас, кроме спецслужб, там может работать и сила специальных операций, у которых есть целый подраздел, так называемые силы сопротивления. Поэтому кто за этим стоит, будем такое дело. Знаете, кто на себя там брал ответственность или не брал ответственность, это уже другой вопрос. Я бы к этих людям советовал ходить и оглядываться. И вот такие вещи, которые были показаны у вас, они четко демонстрируют, что несмотря на ту должность, которую он занимает, но представьте себе, человек отвечает за охрану атомной электростанции. Он же, наверное, представляет всю ответственность, которая лежит на нем. И он не просто там какой-нибудь коллаборант, а действительно отвечающий за физическую охрану серьезного объекта. Поэтому я думаю, он, наверное, и за себя там переживал и смотрел. Тем более, что в Энергодаре очень сильные были проведены акции, в том числе с использованием беспилотных аппаратов. Я думаю, что он должен был ходить и оглядываться. Но вот не получилось у него выжить. Ну да. Виктор Николаевич, а как часто происходит внутренняя борьба непосредственно на временно оккупированных территориях? Как часто оккупанты одни просто ликвидируют других для того, чтобы быть ближе к кормушке, получить ту самую полноту власти, которую они силой захватили или с помощью вооруженных методов захватили? Ну, то есть, когда никакого отношения это не имеет к украинским спецслужбам, допустим. Все может быть, потому что у нас очень четко была информация, особенно в первые годы оккупации Донецка и Луганска, где местные фактически бандиты, даже не знаю, как их назвать, они представляли в прошлом разные силовые структуры, там кто в СБУ служил, кто в милиции, и они между собой там серьезные разборки были, а тут еще бандиты, а тут еще какие-то. И я так думаю, что оккупанты, которые наблюдали за этим всем действием, а никто ж реально не верил, что это какие-то там образования, которые имеют там какой-то свой суверенитет, и там точно русских не было. Были там русские, они контролировали ситуацию, были кураторы с тех или других спецслужб российских, там даже негласно говорили, что там Луганск отвечал ФСБ, там за Донецк военная разведка, и у них тоже между собой какие-то там были грязи. И мы видели и подрывы, и убийства, и то, что они попадали там на подвал, как это называется. То есть между собой они так очень активно там воевали. Поэтому ничего нельзя исключать. Но думаю, что вот то, что произошло с непосредственно последним вот этим человечком, это однозначно ему привет был от Украины,
Потому что то, что он там делал, это ну, просто не входило в никакие рамки, не знаю, там, как это назвать. Там точно не было никакой порядочности или совести. Ну да, точно не будем его оплакивать. А с другой стороны, есть некие тенденции, которые указывают, ну, например, на то, что как только ситуация у оккупантов на фронте становится все хуже, тут же начинается грызня внутри, ну, за раздел, не знаю, тех же денег или награбленного имущества, которое находится на временно оккупированных территориях. И тогда появляется больше сообщений о ликвидации тех или иных коллаборантов, гауляйтеров, как угодно. Да, я думаю, что это тоже один из факторов. Почему? Потому что люди, которые пребывают в тех или иных моментах, понимают, что возможно, те потоки денег, те потоки украденного, которые они имеют под своим контролем, они могут у них уплыть. И кто-то пытается их отодвинуть, кто-то пытается занять их место. Все может быть, да. Тем более, что про какие-то там правоохранительные так называемые органы, которые там что-то там где-то решают или обеспечивают какую-то безопасность тем в первую очередь граждан, ну точно нельзя их вести. В основном в своей массе те, которые там проявляются и представляются как правоохранители, это те же самые бандиты, только с погонами. И они тоже там смотрят, где что урвать, или какую-то квартирку там открыть, которая бесхозная, или какое-то предприятие отжать, которое стоит, магазин какой-нибудь там взять под контроль. То есть фактически государственный рэкет, который... А тем более, что это очень четкая традиция Российской Федерации на данном этапе. Это фактически бандитское государство, которое контролируется так называемыми правоохранительными органами в связке с бандитами. Вы посмотрите, что, ну, если кто-то там занимался, я профессионально сейчас пытаюсь заняться тем, что анализирую то, что они показывают по своему телевидению, особенно то, что касается телесериалов. Ну, там реально, это такой мрак, который действительно очень радует, что он к нам не попадает. Это ментовские разборки, это разборки между правоохранительными органами, это бандитские понятия. И это все, вот это вот, вся эта культура пришла на оккупированную территорию. Поэтому все возможно. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, почему некоторые коллаборанты или имена некоторых коллаборантов все еще на слуху, как, например, там Балицкий, а другие уже как-то потерялись? Не уверен, что лишились жизни, но тем не менее. Допустим, тот же Пушилин. Еще недавно относительно эта фамилия очень часто встречалась в различного рода новостных сводках, естественно, в отрицательном контексте, как он этого и заслуживает. Сейчас мы практически ничего о нем не слышим. Ну, то есть, каким образом идет круговорот коллаборантов на временно оккупированных территориях? Все зависит от того, кто действительно их контролирует и доступ до тела, грубо говоря, да, там. Если он имеет нормальных кураторов, так называемых, то они могут ему обеспечить и медийность, и сохранность. Возьмем, например, того же самого Пасечника. Мы про него тоже не так часто слышим. Но я понимаю, что он как человек, который имел отношение к спецслужбам в Украине, он понимал, какая роль спецслужб в Российской Федерации, и поэтому, наверное, сдался с потрохами и четко себя понимает, что шаг лево, шаг право, чреватый уничтожением. А Пушилин, ну, это такая фигура, более медийная, политическая, наверное, в некоторых моментах не доходит, как себя вести, куда идти. Я думаю, что все это закончится очень быстро, когда станет вопрос о легализации тех людей, которые там постоянно бывают. Это очень, очень просто взять в историческом плане. Когда Советский Союз контролировал национальные республики, у них была четкая позиция. То есть первое лицо должно быть местным, для того, чтобы как бы показывать, что вот местная власть, да, там, если взять, например, какой-нибудь Таджикистан или Узбекистан, там обязательно первым секретарем был местный представитель местной элиты с национальной фамилией, все как положено. А второй человек возле него был обязательно не местный, а контролируемый Москвой. Это был или русский, или там, не знаю, мог быть украинец, или вообще какой-нибудь из другой республики. Не имеет значения. Такая же самая система отработана четко на оккупированных территориях. Для того, чтобы контролировать каждый шаг людей, которые считают себя там руководителями, возле них стоит обязательно человек, который с глубинной России. Вот такая схема, она работает. Если человек
плохо себя ведет, его просто меняют на такого же местного. Ну, наверное, в Донецке просто не осталось уже более-менее знаковых фигур. И, возможно, сейчас кого-то подбирают. Но, не знаю, Пушилин недавно появлялся в Беларуси, где там встречался с батькой. Я думаю, что это один из тех вариантов, когда его хотели тряхнуть. Да, вот смотри, все-таки ты же первое лицо, тебе надо как-то себя вести более-менее нормально. Ну да, может быть и так. То есть, по сути, коллаборанты для оккупационных властей являются ничем иным, как прикрытием? Ну, для того, чтобы... Прикрытие. Да? Потом всех, да, прикрытие. Всех собак можно было на них спустить. Они очень активно искали людей в первые годы оккупации, они очень активно искали людей с именами, им очень нужны были, не знаю, там какие-нибудь генералы, профессора, известные ученые, но, как видите, остановились либо на открытых предателях, либо на каких-то таких вот аферистах. За неимением лучших. Параллельно борьба происходит, ну, не только с коллаборантами, не только непосредственный бой столкновения на фронте, но и в киберпространстве происходит борьба. В частности, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили атаку на ряд российских онлайн-ресурсов. Среди них были и поставщики военного снаряжения и униформы для Минобороны страны-террористки. И все чаще появляются подобные сообщения. Виктор Николаевич, по вашим собственным наблюдениям, по вашему мнению, насколько эффективна эта борьба? Она очень важна, и я надеюсь, что она эффективна. Ну, эффективна, потому что есть результаты, мы их видим воочию. Мы знаем про провалы системы безопасности киберпространства противника. Есть провалы в связи, в коммуникациях, в банковской сфере. И это показывает о том, что не все так просто в их системе обеспечения вот этих вещей. И радует, что нашим удается активно работать в этом направлении. Надо понимать, что противник работает параллельно не только по нас, но и по наших союзниках. Особенно это касается Европы, это касается Штатов. Я думаю, что противодействия в этих направлениях, они бывают совместными. Как противодействия, так и атаки. Ну, атаки, понятное дело, что больше всего за нами, потому что мы в открытом противостоянии. Но если стоит вопрос о том, чтобы задержать либо предотвратить такие атаки, мы видели, кто был в последнее время на обмене, который получила Россия международным. И там, по-моему, если не ошибаюсь, 3 человека были связаны именно с киберпреступностью. Поэтому все, что делает наши, это либо ответ, либо упреждение тех атак, которые готовит противник. Виктор Николаевич, спасибо большое. Спасибо за вашу аналитику, спасибо за то, что поделились своим видением происходящего. Виктор Ягун, директор агентства реформирования сектора безопасности и генерал-майор запаса СБУ и заместитель председателя службы безопасности Украины в 2014-2015 годах. Спасибо большое. Спасибо вам, господин. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.